Крым всегда был не до Украины и не до России. Это выгодная сделка. В первую очередь для России она расширила свою территорию, границы, население. Я на самом деле предсказывал эту ситуацию. Просто не думал, что так быстро произойдет. Если люди действительно приняли свою позицию в сторону России, я думаю, что они мало чего проиграли. Украине вообще ничего не нужно, кроме газовой трубы, и чтобы Юлия Тимошенко и все, кто сейчас еще есть у власти, делили эти деньги. Ему будет лучше в составе России, чем в составе той Украины, которая была. То, что к России присоединился Крым, это великолепно. Украина только доила Крым, но ничего туда не вкладывала. Единственная приличная дорога была построена при Януковиче из Симферополя в Ялту, ну, на его дачу. Крым-то исторически русский, и при Екатерине Потемкин присоединил его, Черноморский флот там. А Америке нужна эта вся территория. В 91 году был референдум на Украине, и Крым, кстати, Восточная Украина, тогда проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Тогда просто этот референдум, его результаты никуда не вошли. Я не очень понимаю какую-то отдельную судьбу Крыма от всей остальной России. Как будет процветать Россия, так и будет процветать Крым.